Снимайте. Теперь смотрите, вот наша ткань один раз в сутки у людей, которые ходят все время в очках. Очень рекомендую, не нужно носить это тканюшечку. Тканюшечку. Когда вы заходите из холодного помещения в теплое, то что происходит, Алена? После наш такой чистик, он настолько идеально, тщательно от микрочастиц, даже тех, которые дышат на очки, и сразу одевать. То есть создайте искусственно конденсат и сразу же одевайте. Сразу, и, ничего. Это же совсем другое дело. Да, так они заблестели. Да, и видите по-другому. Ну, короче, мы обновили вас сегодня полностью. Все, шубу почистили, сумочку почистили, очки на...